Всем привет! Сегодня 18 мая 2020 год. Вот посмотрите, какая аномальная погода стоит. Сегодня плюс 26 у нас. Все уже, вот он, наш друг бегает. Все зеленое. Все цветет, погода охеренная, как будто июнь, конец июня. У нас такого никогда не было. Аномальные погоды. Выехали в тайгу, недельку-две побудем. Хотим спрятаться от коронавируса. Надоело городские будни. Квартиры. Вот, стою я здесь на горе, вон туда вниз. Вся тайга цветет. Везде все в листве. Рябина цветет. Офигенная погода. Едем дальше. Ну вот. Вот здесь Солонец у нас прошлись. Вот. Похождений ужас сколько было. Ходят, Солонец смотрят, солонцуют. Вот назад идем. Дорогу раздолбило, все в валежинах. Ужас, вон валежины какие на дороге лежат. Товарищи пошли вон вдвоем срубывать ветки, потом поспиливаем. А так все спокойно, все тихо. Будем смотреть, как лучше тут, чтобы зверю проход был к Солонцу. Ему соль нужна, особенно сейчас. У него растут рога, малыши растут, так что им соль нужна, как и мамкам, как и малышам. Помогаем зверю выжить, подкормку получать. Наконец-то мы добрались до избы своей. Сколько вываленных деревьев выпилили, с дороги поубирали, это что-то. Сейчас уже 7 вечера, 8 час вечера. Фух, устали, как дунем. Приехали на избу, но на избе все нормально. Вот я сходил, черемши нарвал, вот такой пучок. Вот. Кушать будем. Ну вот, а в бане у нас вот такая акация, вот. Ветер свалил вот такую лисину. И вот, смотрите, вот показываю. Вот она лежит у нас четко на крыше. Крыша выдержала, а она толстая лежит, зараза. Ну, мы завтра уберем ее. А так-то все нормально здесь. Баня выдержала. Изба тоже. Там тоже по дороге возле избы. Завтра поснимаю. Сегодня некогда. Надо кушать готовить, таскать с машины вещи. В общем, работы хватает. И уже навкалывались, как не знаю кто. Всем пока. Смотрите видео мое. Кому интересно. Всех прошу. Пожалуйста, подписывайтесь.